все мы знаем, что коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения. Сейчас менее половины всех вакцинированных – это те, кому за 60. И нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, до поликлиник. И весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным, на что неоднократно обращал внимание президент. Я также хочу обратиться к главам регионов. Пожалуйста, организуйте вы, специалистов, по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину. Нельзя бросать пожилых людей, они крайне уязвимы перед инфекцией.